Сегодня папу привели на нашу площадку. Ребенок сам показал, что, куда. Будет папик у нас приучаться, а то только мы вдвоем ходим. Будем сегодня вести репортаж, как папа гуляет с ребенком. Ой, ребенок, ты счастливый. Папа. Папа, ребенка катает-то. Скажи, с мамой надоело уже. Беги быстрее, котик. Пойдем песочимся. Он носится. Это у нас такая весна в Эстонии. Мы можем один день в шортах умирать от жары, а другой день уже во всем теплом, в куртке. Ну, наши любимые песочницы. Ну, залазь сам. Папа, давай. Учись. Марик тебе все покажет, он здесь как дома. Папа у нас здесь первый раз. Он у нас вечно работает. Или нас где-нибудь катает. А в песочницу мы его привели первый раз. Марик, покажи папе все. Два внучка. И Мурск еще дома лежит. Квартиру хранит. Да. Папе непривычно. Сегодня ему даже хорошо, что народа нету. Видите, сегодня тихо. Мы приехали как раз в тихий час. Наверное, детки все спят. Так что можем снимать видик с папой нашим. Сегодня у нас акцент папа и сыночек на площадке. Наш папа не умеет проявлять активность. Это с мамой покопаться, побегать. А здесь ребенок сегодня экскурсию показывает. Когда сюда ехали, я сразу сказала, ты не переживай, ребенок тебе все покажет, расскажет. Он хочет на горку полазить, показывает тебе, что помоги, папа, залезть. Вот такое сегодня у нас день. Помойку. Сейчас посмотрим, когда папа среагирует. А помойки-то самое интересное, что там и такое прячется, а? Сейчас шапку скинет. Вот, он сам покажет папе, куда надо идти, что надо с ним делать. Завтра мы в садик пойдем. Это наш садик. Видите, наш эстонский флаг. Пойдем завтра опять приучаться с песочницей. Как-то не хочет он все равно за ручку ходить. Воспитателей не любит он. Злые он считает. Заставляет его за ручку ходить, за веревочку. Здесь он сам себе хозяин, что хочу, то и делаю, бегаю. А там надо ходить с детками за веревочку, и тети тогда злые для него становятся.
Мы уже вторую неделю ходим, приучаемся к садику. Нас сняли с питания. Как-то нам пока тяжело. Садик дается. Здесь уже постоянно на площадке. Он сам себе хозяин, ни кого не боится. Там он еще новенький, деток много. Они его как-то могут забрать игрушку или игнорируют его, ему скучно. И вот я стою рядом, он играет, я немножко ухожу назад, чтобы немножко. Но когда я помнится, видит, мамы нет, уже плачет. Так что вот не знаем, пока вторая неделя ходим в садик. Пусть привыкает. Спать он точно у нас не будет там первое время. Ну, хотя приучаем к порядку. Набегался, жарко. Поправь футболку, папаша. Сразу видно, папаша гуляет. Животик поправь, все правильно сделай. Привыкли, что мама все делает. Родители нового поколения. Мамаша снимает, папаша тоже в телефоне. Вот так вот. Мама работает на YouTube. Папа своими делами зарабатывает тоже. Нет покоя, носит. Это песочница. Теперь у папы экскурсия с песочницей. Папа в шоке, что ребенок есть в песке. Первый раз он увидел такое. Он привык, что ребенок домой приходит уже чистый. Ничего у него грязного нету. А оказывается, вот такие вот мы лазим. Папа в шоке. Конечно, осенний и зимний комбинезон это не показывал, потому что все скидывается. А вот такие вот мы чумазики. Мы такие чумазики. Мама в уголочек села, и все к маме пришли. И к маме все пришли. Вот так мы из угла в угол поваляемся. У нас идут раскопки. Он готовится к Египту. Скажи, я готовлюсь к пляжному сезону. Куда-нибудь все равно вы меня отвезете, а я уже буду знать, что там делать с песочком. Туда неинтересно, надо не себя. Чем я грязнее буду, тем вкуснее будет для мамы и папы. Наш поваренок. Скажи, дайте мне тазик. Я вчера вам оливье салат резала, а сегодня мне в ведерке даете. Марик, невкусный песок. Да, с папой не наиграешься. Папа как охрана стоит и все. Грязнулька. Вот так вот. Все назад. Через себя. Папа решил изучить инструкцию, что там у нас написано. Ну, ты исполняешь все обязанности, что там написано? Сейчас я ему покажу тоже. На детских площадках у нас вот так напрессовано.
На машинах нельзя пить, курить, животных, мусорить, ломать оборудование, стоять ближе 3 метров от качелей, оставлять еду, видеть. Инструкции есть. Даже видеонаблюдение есть, камеры типа. Папа, посмотри за ребенка. Ты смотри, ты папа, я тут. Ты вообще нет? Никого не боится, скажи. Я никого не боюсь. Это моя площадка, мой второй дом. А в садике все, скажи, меня обидели, хотели принудить за ручку ходить. Я этих чуть не люблю, скажи. А сейчас знакомая девушка подошла, просто чуть ли уже с ней не ушел. Обнимашки, целовашки уже пошли. Да. Чуть не ушел с чужой тетей. Он у нас катается на горке, папа. Садись, покажи папе, как надо кататься. Ты же, я все умею сам уже. Разогнался. Сынок, ты не устал носиться еще? И в городе побегал по магазину. Здесь счастливый. Скажи, нет, мне все хорошо. Сынок, иди сюда на горочку покататься. Иди сюда, садись. Не хочешь пока? Хочешь с папой играть? Скажи, я хочу еще с папой. Натяни ему шапку, ушки, чтобы... Он вечно снимает эту шапку. Зимние же шапки у нас были на веревочках, а эти летние. В садике нам сказали пришить веревочки, чтобы не скидывало. Ну, как-то так. А если жаркий ребенок, он с этими веревками будет ходить. Убежал. Я тебе сейчас еще что-нибудь новенькое покажу. 100% сейчас будут качели. Смотрите. Нет? Не пошел на качели. Удивительно. Надо папе все показать. Сынок, иди покатайся и пойдем домой уже. Надо баньки ложиться, кушать. Штаны обсохли после песка. Можно уже идти гулять. Нельзя. Нельзя, там уже детки пришли. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Все, запутался. Кто-то новенький пришел, заинтересовался. Скажи, я один здесь бегал. Смотри,
кто, встать, не пойдет. Он у нас парень уже самостоятельный. Ну вот мы немножко вам показали нашего папика, качельки. Мы сейчас немножко покатаемся и уже поедем домой. Так что заходите к нам на канал, следите, как мы гуляем, развиваемся, что у нас новенького происходит. Подписывайтесь на нас. Мы рады, когда нравятся наши ролики. И когда мы видим, что есть новые подписчики, приятно очень. Так что всем до свидания. Увидимся скоро опять.